Привет, ребят, с вами я, Галя. Сегодня мы будем делать дом. Мне помогли полить нашу кафе, я уже сказала, конечно. Ну, ладно, давай, поставим краску. Какие-то зеленые. Уже стоять нужно. Поставить ее? Да нет, я покажу, как я умею. Ой, не так. Все, я прикрепи там. Я прикрепи. Так. Мне нужно теперь кетом. Поставить. Сюда. И еще нужно найти. Давай, что-то поставим. А вот, ой, упали. Давай, ставь. Не хочешь, не ставь. Ну, так, давай, следующая деталька вот такая. Давай, сейчас я ее помогу поставить. Ой. Так. Вот тут я сделаю так. А тут вот как вот тут так поставить. Ну, я не рано. Теперь я еще буду искать. Вот я помогу. А куда ее ставить будем? Ну, сюда вот. Ну, хорошо. Сейчас сюда поставлю. Ну, теперь нужно искать вот такие ботинами. Ясо, ходясо. Так. Ставим его сюда, вот, да? Да, Васик? Ну, да. Я уже тут жить могу. Я упал. Ну, жить тут можно вполне. Вот, я так не упаяю, не упаяю. Так. Я взять вот такую вот белую. Это будет последний этаж. И нужно все обустроить. Все. Вот, я люблю обустраивать. Это вместе. И маме тоже моя любит. Так. Нужно теперь... Мама, подай мне вон там вот с кухни красную. Ну, хорошо, вот. Так, куда мы ее поставить? Ну, где на кухне? Будет, я не представляю, да, две? Ну, давай. Какая вот розовая. Васик, давай ее сюда поставим. Вот тут будет типа, вот тут вот, смотри, Басик, будет типа такая где-нибудь сидеть за столом, вот кушать, тут стульчики, стол поставим, да? Ну да. А соединить как-то надо. Как-то соединим с тобой чем-нибудь штучкой. Ну хорошо, сейчас мама помогу тебе. Теперь точно могу видеть на балконе. Мяу, такая кабачка. Мяу. Ой. Нужно поставить, где она в спальне будет, я в балконе здесь. Хорошо, молодец. Сейчас еще искать и на свой кроватку. И еще искать и еще на свой кроватку. Ну, как балтик, конечно.
Не понимаю. Все, я уже увидела. Батя, это для балкона поставим? Ну да. Вот это вот поставим. Так, вот это сейчас стул поставлю. Там же три кровати, это три стула должно быть. Знаешь, что я еще нашла, Басик? Велосипедик. Ну, Басик. Куда мы сейчас ставим, блин? Где у тебя будет тут туалет? На верхнем этаже. Так что все увидят. И стол. Обычно это так стоит. И стол. Так. Что тут еще у нас есть? Я не знаю, что еще делать, но сколько еще делать. О, нет. Что же вам нужнее? Есть, есть. Есть? Ну, сейчас. Кстати, ты не знаешь, где персик? Не укладывайся, ребята, вот вам она нашла некоторые вещи. И 8 грамм будем стоить. Смотрите, ребята. Дети, вот, вещи, чтобы диван сделать, вот это, и, ой, и вот это. Мама, давай, стой диван, а на каком этаже? На, давай на третьем. Давай. Тут вот диван построим, да? Ну да. Так вот. Ребята, сейчас вы увидите, как строить диван. Если вы, конечно, еще не знаете. Вот так вот поставить теперь, смотрите. И сзади еще два блока. Басик. Еще блок сзади. И вот диван вот такой вот. Уюта. Так. Вот такой же, вот он. И, ой, сзади полетел. Возьмем вот такую вот штучку, подставочку для телевизора. И его вот сюда поставим. Там у них видно телевизор, смотри. И, в общем, вот это вот Басик считает как кресло. Он вам поставит вот сюда. Кровата кресло. А вот этот велосипед, смотрите, можно поставить, ну, тут на улице. Раз. Вырастет цветочек вот так вот.
чемодан и мы поставим вот сюда. И вот, вот это вот еще кусочек сейчас сложим. Сюда вот и вот сюда вот. Там игрушки у них будут лежать. Подарок. Так, а вот еще такая штука. Это чтобы хотя бы тут не видно было, как они в туалете сидят. Ну а что? Ладно, ребята, всем пока. Вот такой у нас получился дом. Смотрите. Yes. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.